Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Здорово. И вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Здорово. И вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Здорово. И вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Здорово. И вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Трофей. Игра началась. Ливерпуль с мячом. Кейта. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пас на ход. Может быть интересно. Ну и где же навес? И подает штрафную. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Роберто Фермино. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его сопернику. Вирджил ван Дейк. Хендерсон. Роберто Фермино. Мяч вперед идет.